Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лейсан Гаязова. А сегодня в своем видеообзоре хочу вам показать квартиру планировки 2 плюс 1. Она находится вот в этом стильном доме на 4 этаже. Есть также квартиры на 2 этаже. Смотрит она на северо-западную сторону. И сейчас я вас приглашаю на просмотр. Ну что ж, друзья, мы с вами вошли в квартиру. За мной находится входная дверь. Прихожая зона здесь достаточно узкая, поэтому шкаф в прихожей зоне, он выдвинут, он находится в салоне. Буквально тут 1,5 метра до него. А что мы имеем дальше? Есть у нас домофон, и дальше идет развилка. Эта сторона у нас спальный район, так сказать. Здесь у нас две спальные комнаты и санузел. А впереди меня находится наш салон, кухня, совмещенная с зоной отдыха. Теперь давайте осмотрим его. Кухонный гарнитур в нашем случае угловой, как вы видите, достаточно большой. Много места рабочего пространства и вообще скомпонован очень хорошо. Есть место для посудомоечной машинки, духового шкафа, варочной поверхности, вытяжки, а также для холодильника. Зона отдыха у нас правильной квадратной формы, достаточно большая. Если вся комната у нас около 22 квадратных метров, то зона отдыха около 12-13 квадратных метров. Здесь у нас находится окно, имеется окно на северную сторону и выход на балкон на западной стороне. Давайте теперь осмотрим наше основное достоинство – это балкон. Ну что ж, наш балкон достаточно большой, примерно 7,5-8 квадратных метров. Как вы видите, он уже застеклен, это большой и жирный плюс. Смотрит он у нас на северо-западную сторону, здесь у нас местная улочка. Много магазинчиков здесь, и парикмахерская есть, цветочный магазин и много чего другого. Отсюда хорошо видно наши горы Тарос. На этом, наверное, все по балкону. Давайте теперь перейдем в нашу спальную комнату. Сейчас мы с вами переходим к осмотру наших спальных районов, так сказать, две спальные у меня по обе стороны, и за мной находится главный, единственный санузел в этой квартире. Здесь хорошая прям душевая кабинка, можно поставить даже ванную, есть, естественно, подвесной унитаз, умывальник с зеркалом. И теперь я вас приглашаю осмотреть сначала одну комнату, которая с балконом, а потом уже без балкона. Первая спальная комната, как я уже сказала, с балконом. Балкон у нас порядка 2,5 квадратных метров. Здесь у нас подготовлено место для установки котла отопления. Он частично застеклен, то есть вот место, где установлен котел, оно защищено от попадания дождя. Сама же спальная комната порядка 9 квадратных метров. Имеет окно на северную сторону и выход на балкон на западной стороне. А теперь рассмотрим вторую спальню. Вторая спальная комната побольше, чем предыдущая. Здесь у нас около 11 квадратных метров. Имеется окно на северную сторону. Ну что ж, друзья, осмотрев нашу квартиру, мы можем сделать следующие выводы. Здесь у нас хорошая планировка. Есть один недостаток, то что это у нас квартира с одним санузлом, несмотря на то, что это 2 плюс 1. Но я думаю, что для небольших семей этого будет вполне и очень даже достаточно. Учитывая то, что положение этого дома у нас очень завидное, это тихий, спокойный уголок в ТЖ. Здесь можно получить ВНЖ, магазины в пешей доступности. Здесь и Мигрос, и Шок, и Бим, и А101, все рядом. Рядышком. Рынок по средам в 150 метрах, также недалеко у нас рынок по субботам, он чуть дальше, где-то метров, наверное, 200-250. Остановки автобусные тоже рядышком, буквально 70 метров нужно пройти.
Поэтому я считаю, что это у нас очень удачное место. И школа здесь у нас недалеко имеется. И ценовая политика по этой квартире у нас вполне такая приземленная, экономичная, достойная нашего внимания. Поэтому те, кто заинтересовался нашим предложением, изучите, пожалуйста, информацию, которая предоставлена под видео в инфобоксе. Там же у нас и ценовая политика указана. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч.